Здравствуйте. Доброе утро. Мы приехали в отель Макс Роял Кемер. Доброе. Это отель 5 звезд. Отель считается премиум классом. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Вот так вот выглядит ресепшн отеля. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Очень большое лобби. В лобби есть бар. Вот. Все сделано очень красиво, дизайнерски. Ну, в этой сети по-другому быть не может, я вам так скажу. Кондитерская отеля. Представлено множество видов конфет. Вот еще одна девочка. Мы поделим вас на две группы, хорошо? Чтобы было очень много, чтобы всем все было доступно, понятно. Кому нужен Wi-Fi пароль? Давайте сразу я вам. Не надо. У нас нет времени, мы смотрим ваш отель активно. Давайте главную информацию коротенькую. Значит, отель у нас 160 метров квадратных, 160 тысяч метров квадратных. 291 комната, максимальное размещение 909 человек. Сейчас мы находимся в главном здании. Как вы заметили, у нас есть шоколадница. Работает с 9 до 12 ночи. Это бельгийский шоколад под маркой Кальбо. В любое время, то есть с 9 до 12 люди могут прийти в любом количестве попробовать. А здесь дальше мы пойдем, будем показывать территорию. Давайте мы сейчас поделимся на две группы. Давайте. Вот Ксения. Перед вами наш J-Lounge. Здесь алкогольные и безалкогольные напитки. 24 часа в сутки. Так, секундочку, Веленочка, ты узнала? Номера ты узнала, какие шоу? 6005 и все? Да. Хорошо, спасибо. Сейчас я вам покажу быстренько спа. Мы не будем спускаться, просто покажу вам, что там есть. Хотелось бы показать вам еще начальную категорию номеров, стандарт, но покажу лагуну только. 6005. Там у нас спа. Могу показать, перевести вам быстренько спортзал, потому что он шикарен. Показать? Да. Давайте покажу. Так, здесь у нас был спа. Если кому непонятно. Просто спускаться, да, спортзал покажем, потому что очень современное оборудование, но по сравнению с другими отелями, он реально крутой. Это наш фитнес-клуб. Здравствуйте. Спортзал отеля. Вот. Тренажеры, там у нас такие вот свежие бассейны. В отеле есть скрытый бассейн, мы видим его за стеклом. Ади, потом будет снимать, пойдем? Магазины, как вы видите, тоже там у нас Бэймен, но это получается самые лучшие турецкие магазины, это представлены, видели у нас самые известные торговые марки. Так, кондитерская с
великолепными сладостями. Пирожные, эклеры, мороженое ручной работы. Все это здесь. Ла Миланшка, кондитерская. Лобби отеля. И троянка. Пожалуйста. Спасибо. Хотите, я вам помогу? Спасибо вам. Так, и мы как раз выходим к нашей улице ресторанов. Как вы знаете, Макс Рояль, он отошел от концепции шведского стола. И наши рестораны, они все а-ля карты. Данные рестораны, которые вы видите, вот это итальянский, за ним рыбный, напротив турецкий, они без дополнительной оплаты, без резервации. Так, еще раз, вы слышите, да, меня? А то, что данные рестораны по меню а-ля карты, без резервации, без доплаты. То есть гости также могут, допустим, находясь в одном ресторане, заказывать блюда из другого. Например, сидя в итальянском, они могут заказать что-то из турецкого. То есть здесь такая система, это наша современная сцена. Ребята пошли смотреть номер, мы пойдем смотреть пляж, чтобы не... там у нас находится Азур-24, вот видно здесь терраса. Международная кухня. В данном ресторане он работает 24 часа в сутки. Насчет питания. Что еще? Ой, остановитесь, пожалуйста, я вам самое важное хочу сказать по поводу питания. У нас, если у гостей есть какие-то особые запросы, нужно индивидуальное питание. Чаще всего для деток просят. Мы все это готовим тоже без дополнительной оплаты. Просто гости сообщают своим ассистентам о том, что, допустим, они хотят в такое-то время такое-то блюдо. Им приносят в любой ресторан, либо в комнату. То есть это все очень легко организуется. Поэтому людям комфортно, допустим, если там аллергия у кого-то или какая-то особая диета. Безглютеновая, да, у нас очень много. У нас, скажем так, практически у всех гостей какие-то особые запросы. Хотя у нас великолепнейшее меню, но всем как бы хочется чего-то особого. Поэтому не вопрос. Все организовываем. Баночки хит, да, все это есть. Памперсы тоже. Памперсы, конечно. Памперсы, да, можно приобрести. Есть водонепроницаемые памперсы также в нашем детском клубе. Мы потом дойдем до детского клуба, я еще подробнее расскажу. Так сейчас, в общем, где-то в другом ресторане. Да. Да. Берем, где сталью разобрать? Это берем. Наш турецкий. Так вот у нас йога проходит на травушке под деревьями. Девочки, присоединяемся. Очень здорово. Это наш центральный пляж. Сейчас мы пойдем к нему. Как вы уже как вы уже знаете, у нас там особый белый не нагревающийся песок мальдивский. Получается, так, это наш пляжный бар. А справа немного мы потом увидим Азур Бич. Он работает днем и вечером как ресторан. Вечером это латиноамериканская кухня. Там ресторан с латиноамериканской кухней, шикарные виды, конечно, и там также в Азур Бич у нас особая подача завтраков, там европейские завтраки. Вот. Пройдем на пляж. Пройдем на пляж. Вам же, наверное, хочется песок потрогать? Хочется, не хочется? Да. У нас обычно приезжают. Давайте мы, наверное, с террасы вот этой, которая просто не будем туда заходить, а... Как угодно. Хорошо? Там его будет очень хорошо видно. Хорошо. Потому что в основном у нас приезжают, ну, трогают песок, смотрят. Мы уже так готовимся к этому. Уже знаем. А еще у нас до сих пор спускаются козочки. Но только в одном месте, в одно время, потом их как бы отводят. Чтобы они не заглядывали в рот гостям.
они так, наши изюминки, они спускаются, то могут их немножко больше с ними поиграть, и потом их водят, обгоняют. Ну что, они что, по горам лают? Ну да. Я говорю. А, бассейны. Бассейны, смотрите, с левой стороны, вот этот ближе к нам, это бассейн с пресной водой, наш главный бассейн. С правой стороны бассейн с подогреваемой, с морской водой. Угу. Вот, ну это важно. Да, это ваша фишка на всю Анталийскую. Да. У нас было буквально вот после майских, майских были 100%, потом немножечко был где-то 3 дня, 70% и все, опять 100. Это наш а-ля карт ресторан, fine dining, как мы говорим, изысканная кухня. Боже мой, стейкхаус. Мясо в нем готовится по особому рецепту, оно выдерживается 30 дней в соляной комнате при температуре 0 градусов, то есть ну, это придает мясу особый такой изысканный вкус. Гости наши, конечно, обожают этот стейкхаус. Этот ресторан 20 евро с человека стоит. То есть он по предварительной резервации и за дополнительную оплату. Это магистр. Да, а их два. Вот что, козы? Да. Где? Вот на скале садок. Да, сиденье красивое. Вот. Ай, шикарно. Видишь? Ой, я тоже не вижу. Она подавится. Подавится. А, и там шанс. Косулька, маленькая козочка, косулька. Они вот сюда и приходят. Вот только смотрят. Дом их как бы чувствует, что здесь хорошо. Мясо. Потому что там мясо. Да. Вот наш пляж. Наш Азур Бич. Можете, не знаю, потрогать песок, но все он реально не нагревается. Нагревает? Сейчас потрогаем холодный. Песок. Холодный? Да. Холодный, девочки? Да, холодный. Ну и в этом фишка. Шикарный. Мальдивский песок. Прохладный, не нагревающийся. Круто. Да, там еще Танжерин пляж. Еще можем заглянуть в Танжерин. Нет, полностью на Васильевский. Ой, как красиво, смотрите, белое и черное. Парочка, да? Красиво, да? Я первый год. В 2017 году. Ну, у нас как меняется, у нас есть ребята, которые работают. Макс Реалиски. Сейчас тут все поубирали. Это наш Танжерин пляж. Пляж, скажем так, релакс-пляж. То есть раньше здесь были клубы, здесь был бар, здесь было движение, тусовка. Сейчас все убрали, так как данное место, оно относится к заповедной зоне. Я прошу прощения. Умерла и попала. Танжерин-пляж отеля Макс Рояль Кемер. Что тут уже, чем не верят? Не все. Девочки! Окей, детский клуб. У нас работает с 9 утра до 2 часов ночи, что для родителей просто спасение, потому что, как вы сами понимаете, да, здесь за ребенком присмотрят, да, здесь его уложат спать, его покормят. Тут у нас рассчитаны игровые комнаты на различные возраста, тут с детьми занимаются. Есть спортивные мероприятия, допустим, совместно с родителями, спортивные мероприятия для детей. Так, детский клуб у нас делится на 3 уровня. Есть улыбающиеся малыши от 1 до 3 лет, есть тинейджер клуб, мини, потом 4 года, 7 лет и тинейджер клуб, 8 лет до 17. Получается, есть лазертаг для детей. Различные Xbox, приставки. Строго идет? Нет. Нет, как? Ну, то есть, если, допустим, это... дети, там, 2 ребенка, 8 и 6 лет. Как? То есть, его можно... Да, да, да.
Я имею в виду, что ими занимается, что всем возрастам найдется, да, найдется занятие, комнаты для сна, детский ресторан в нашем Макселанде находится. Вот. Следить как-то можно за детьми? Или есть детская рецепция. По приезду на ребенка заводится как детский паспорт. Угу. Прописывается номер комнаты родителей, номер телефона, есть ли какая-то аллергия, есть ли какие-то предпочтения в питании, там, какое время сна. Все это, можно ли ему выходить за территорию или нет. Все это прописывается, и далее вот девочки очень активно за этим сидят. У девчонок, у наших, которые работают в детском клубе, у всех действительно есть педагогическое образование. То есть, ну, мы заявляем об этом, и это так и есть. Будем, да? Вас да. Мы будем задерживать, и мы быстренько. Ага, да. Лагуну вы не видели, да? Первые линии. То есть мы сейчас отсюда ее не видим. Это лагуна пока. Пляж. Сейчас я вам покажу пляж. Покажу Emerald Gastro, наш знаменитый ресторан. Очень быстро про него покажу, чтобы по дороге не рассказывать, чтобы всем было слышно. Там наш пляж с кабанами. Кабаны, что это? Павильоны. Гости могут арендовать на день павильоны. Стоит с Мэтт Шандон 190 евро за день. Без Мэтт Шандон, но с алкоголем, то есть просто турецкого производства, 160 девочки, евро. Отойдите, девчоночки. 160 евро за день. Данный ресторан, здесь получается Emerald Gastro ресторан. На его территории три разных ресторанов, скажем, есть тыпаньяки-шо, это азиатская кухня, повар готовит сет перед вами, перед гостями, очень интересно, гостям нравится, он устраивает шоу, суши и мишленовский ресторан, как вы знаете, у нас есть меню от шеф-повара с двумя звездами Мишлен, Тим Бури, также это все находится здесь, в данном ресторане. Окей, можем пройти вот по мостику потом и налево, посмотрим лагуну. Бассейном пользуются только жители лагуны. Проходите, пожалуйста. Проходите, 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 время. Так, два мини-бара. Мини-бары у нас здесь, окей. Нет, там ручка с другой стороны. А, не зеркально, да. Угу. Все ежедневно пополняется, естественно. Еще чайный набор. Угу. Бокалы. Снайпа. Да. Так, в каждом номере у нас кофемашина, капсулы. Нет, так. Джакузи на втором этаже, на террасе второго этажа. Как вы знаете о ароматах, да, что Макс Рояль предоставляет гостям возможность выбора аромата, с которым будет выбираться комната. То есть гости, если вы для многих, не выбирали ничего такого. На фотке. Да.
может жить 12 человек. Ушла это было. Ванная комната. И также еще одна спальня. Со своей ванной комнатой. И у них свой бассейн. В отеле Макс Рояль Кемер также есть свой собственный аквапарк, которым они очень гордятся. Так вот оно выглядит.